У вас в семье маленькие дети? И вы хотите, чтобы они изучали родной язык, традиции и культуру? С детским YouTube-каналом «Дингельдай» это весело, интересно и увлекательно. Ведь «Дингельдай» – настоящая находка для родителей. Здесь дети увидят красочные, яркие и захватывающие детские программы. Среди них обучающая программа «Пемпе», в которой маленькие зрители изучают крымско-татарский вместе с веселой и задорной ведущей, учат новые слова и узнают много интересного. Баначиклар, уларнын ады ля-ле, ля-ле. Ля-ле-лер чеши тусте ола были. Мор, кырмызы, пемпе, сары. С крымско-татарской поэзией вас познакомят талантливые дети из Истидатлы Чепчечек, которые прекрасно читают стихи на родном языке. Яски бегузельми всем, пеккелеща баларга, олар эвде утурмай, чапалалер йоларда. А как же без юмора? Детские заботы, школьная жизнь и актуальные темы, смешные скетчи с участием маленьких актеров можно посмотреть в программе «Одар-Будар». Юландан. Ондан да аслы корхмайым. Не корхайым? Демек сіз тек анамызда корхасыз. И, конечно, музыкальный проект «Дингельдай», который так полюбился маленьким зрителям. Подписывайтесь на детский YouTube-канал «Дингельдай». Пусть родной язык звучит в каждом доме.